Это четырехподъездный дом с большими окнами не похож на остальные. Сталинка возрастом 88 лет снова выглядит как новая. Все благодаря региональной программе капитального ремонта. На нем выполнен штукатурный фасад с клеевой основой, с армирующей сеткой из стекловолокна. Работы проводились в зимний период времени, он нам достался. Материалы все использованы зимние, все согласно сертификатов, на коллагенных добавках. То есть мы видим дом теплый, без единой трещины, дом выполнен австрийским материалом. Подрядчики трудились над этим домом целый год. Все работы были согласованы с жильцами. Вместе выбирали материалы, а также определялись цветовым решением. Сложно поверить, но еще в прошлом веке здесь было печное отопление. Со временем дом обветшал, появились трещины. Дом практически исторический памятник архитектуры является, поэтому очень много разрушений, трещин было. Мы к каждому вопросу подходили индивидуально, приглашали проектные организации для решения данных вопросов. Ну, в целости дом стоит без единой трещины. Обсуждали, договаривались и приходили к общему соглашению. Только совместными усилиями получилось добиться такого результата. Все проходят, это картинка. Вот теперь картинка, так же, как памятник Суворову у нас является визитной карточкой военки, дом 15, корпус 1, это является вот теперь дополнением к тому, что мы имеем здесь на этой территории благоустроенные. Осмотреть результаты проделанной работы приехал первый заместитель председателя Московской областной думы Никита Чаплин. Вместе с жильцами он проверил качество ремонта, зашел в подъезд и лично убедился, что жители довольны тем, как стал выглядеть их дом. Я благодарен жильцам, управляющей компании и подрядчику, которые бережно отнеслись к этим работам. Работы сделаны отлично. Жильцы их оценивают на очень высоком уровне, и профессионалы считают, что они были сделаны очень качественно. Это важно, это сохранение, это не только поддержание комфорта жителей этого дома, но это и сохранение облика нашего города, сохранение традиций, особенно, которые здесь, в этом микрорайоне, так почитаемые. Наравне с памятником Суворова этот дом является одной из визитных карточек микрорайона Военка. Фасад дома выполнен в приятных теплых тонах желтого и кофейного цветов. Но Военка продолжает свое благоустройство. Скоро здесь будет восстановлена мемориальная доска, которая была открыта к столетию Георгия Трофимовича Шитикова. Алла Сталаева, Денис Корнев, Первый Мытищинский.